Ой, какая красота, посмотрите. Ой, стопочки, стопочки монеток. Всем привет, друзья! Говорит и показывает Белый Копатель, и, как вы поняли, нашему комраду снова улыбнулась удача. Ну, без лишних вступлений, давайте смотреть. Вот какой прикол со мной случился. Вышел я на хутор, на котором я уже был в прошлом году, и думал, что здесь уже ничего не будет. Будут мелочи, остатки роскоши. Вот. Но вот посмотрите, что вот три ямки. Раз, два, три. Три бидона. И поэтому сейчас попробуем... Что сделать? Попробую походить вокруг. Может быть, заснять какой-нибудь сигнал интересный. Что-то тут звенит. Ну, звенит таким. Ага. Что-то здесь. Так-а. Ага. Четвертый бидон. Круто. Десять копеек 23-го. Все хочу 21-й найти. Четвертый бидон. Обалдеть. Ну-ка, интересно, что тут еще может скрывать под собой эта полянка. Еще один сигнал интересный. Смотрим. Нет. Вроде не глубоко, поэтому лопату я не использую. Так, где он там? Где-то тут. О, еще бидон. Ха! Прикольно. 24-й год, 10 копеек. Вообще прикольно. Уже пятый. О, пятый. Раз, два, три, четыре, пять. Пять ямочек. Круто. Ищу еще. Еще сигнальчик. Прикольно. А не хотел сюда идти. Ну-ка, ну-ка. Где-то тут уже, да? Смотрим. О, монетка. Нормально. Что там? 27-й год, 10 копеек. Еще бидон. Шестой. Фу. Так. Как это я не набрел на эту полянку раньше? Еще. Еще сигнал. Ну-ка, ну-ка, смотрим. Где-то здесь. Нет? Вот где-то здесь. Вот монетка. Это не бидон. Щитовик. 20 копеек. 20 копеек 31-го года. Вот такая двадцатка. Но все равно хорошо. Так. А что бы это могло быть? Это сигнал. Вот он, еще один бидон. Это, наверное, что? Кошелек. 25-й год. Или микрозакладуха. Микрозакладуха. Или кошелек. Вот еще один сигнал. Где же ты, монетка? Так. Так. А вот же она лежит. А я и не заметил. Ну и как вы думаете, что это? Это тоже бидон.
Я уже сбился со счету какой. Но это круто. Это круто. Хоть ты, не знаю, шурф сделай. Еще один сигнал. Еще один сигнал. Еще один сигнал в руке. Уже не в руке. А, вот он. Что, опять десятка? 25-й год. 25-й год. Ой, надеюсь, что это не кошелек, что это что-то побольше, чем кошелек. А сигналы все прут и прут, и прут. Вот сверху лежит монетка. Вот. Тоже десятка. Ох ты, какая красота вообще. Ну все. Все. Все сразу. Как я не набрел на это место сразу в прошлый раз. Или кто-то не набрел на это место. Это здесь. Все. Ну. Ну-ка. Ну-ка. Все, последний сигнал копаю. Вот она. Тоже щитовик. Вот. И хватит. Если что-то будет интересное, покажу. А это, наверное, клад. Я сейчас испытал то чувство, когда, говорят, копнул, и монеты посыпались. Вот эта ямка. Я копнул, а из нее раз, и посыпалась всякая всячина. Ха-ха-ха. Это клад. Это, скорее всего, клад. Клад, клад, клад. Клад, 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 клад. Сейчас я буду. Буду искать. И надеяться, что это... Да, 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 вон они, вон они лежат. Одна... Правда, ерундовая, но все равно какой-то... Ой, буду обкапывать его. Это прикольно! Это, ребята, прикольно! Это вообще прикольно! Это круто! Смотрите, какая природа вокруг! Тишина, ветряки стоят. Никого в поле нету, кроме меня. Никого. Лягушки квакают, птицы поют, комары летают. И клад... В виде какого-то или кошелька, или... Сейчас посмотрим. Копну поглубже и рассмотрю. Трактором его, наверное, зацепило. Растащило чуть-чуть. Вот. Всем желаю испытать это чувство. Ха-ха, как я этого ждал. Мелочевочный, конечно. Не старинный, не средневековый, как я всегда хотел. Но все равно первый такой. Закладушка маленькая. Все, будет что-нибудь вклады интересное. Я покажу обязательно. Пока. Уф, я обошел вокруг. Вроде бы плугом зацепило только верхнюю часть кошелька этого. Вот, ну. Продолжаю монетки доставать из ямки. Сейчас попробую показать, как это происходит. Надеюсь, очень надеюсь, что это не конец. Что тут? Один советский билон. Вот. Ну, это очень неплохо. Очень не хочется, чтобы это все заканчивалось. Очень не хочется, чтобы заканчивалось. Но где ты? Покажись. Манитосина. Вот она. А комары достают.
Хоть бы одна 21-го года была. Не, 22-й. И дальше. Так, здесь что? Здесь больше ничего. Так. Нет. А вон они. Где? Тоже 22-й. Может, сюда? Нет. Я думал, нашел ядро. Возможно, такое ядрышко. Оно будет светить дальше. Расширил немножечко ямку. И что мы там видим в этой ямке? Какая красота, посмотрите. Ой, стопочки. Стопочки монеток. Ой, какая красота, какая прелесть. Вот это прелесть. Посмотрите-ка, какие. Какие прям. Прямо стопочки монеток. Блин, это пипец. Надо фотку сделать. Поздравляю нашего комрада с такой отличной находкой. Как вы поняли, клад был найден металлоискателем Деус. Общее количество белонов, которые удалось собрать, было около 170 штук. И также было найдено около 60 щитовиков. И хотя этот клад был найден на засеянном поле, но давайте, друзья, положа руку на сердце, попробуем честно ответить в комментариях. А смогли бы вы оставить этот клад нетронутым до осени и сидеть спокойно дома и знать, что вашу долгожданную находку может кто-то просто прийти и откопать? Жду ваших ответов в комментариях. Также напоминаю, что если вы находили нечто подобное, клад или какую-то интересную находку, вы всегда сможете опубликовать ее анонимно на моем канале. Все координаты мои указаны в описании под этим видео. Еще раз поздравляю комрада, огромное спасибо ему за присланные видео и фото. С вами был Белый Копатель, на сегодня это все, до новых встреч на канале. Всем удачи, всем пока.